Что нам снег, что нам зной, когда мои убеждения со мной? Данил Дегтярев снова встал на одиночный пикет, взывая к руководству АлтГУ. Проект строительства нового корпуса на месте сквера на пересечении Димитрова и Социалистического взбудоражил общественность. Но, пожалуй, только Дегтярев перешел к решительным действиям. Первый одиночный пикет он провел неделю назад. И вот повторная акция. День выбран не случайно. Сегодня в Алтайском государственном университете проходит ежегодный отчет ректора о проделанной работе. И, судя по информации, поступающей из университета, там будет обсуждаться вопрос о строительстве нового корпуса в сквере на площади Сахарова. Я выступаю против, я считаю, что это ошибочная идея. Увы, никто из руководства вуза к протестующему не вышел. Более того, к нему не подошел никто из сотрудников, идущих на отчет ректора. Торопились, опасались, как знать. А вот студенты вуза, по словам самого Дегтярева, порой лишь от него узнавали о планах родной «Альма-Матер». По его мнению, проблему в стенах учебного заведения специально не обсуждают. Мы решили еще раз спросить проходящих мимо, правда не студентов, насчет застройки сквера. Деревья-то хотелось бы, чтобы были. Да, ну как бы. Ну так мы только за, чтобы университет расширялся. Ну вообще не люблю, когда убирают деревья. Я думаю, для строительства можно найти и другое место. Точек у нас хватает в городе. Дегтярев уверен, что жители города нужно информировать на тему сохранения зеленых зон как можно чаще. И он не намерен отступать. Следующий выход в люди он запланировал уже на февраль. Наряду с пикетами это, вероятно, будут просветительские и природоохранные акции. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.